Почти неделю под слоем снега толщиной 8 метров провел военнослужащий в горах Индии. Пост, где он дежурил на границе с Пакистаном, накрыла лавина. Молодой человек – единственный, кого нашли живым из 10 солдат, находившихся там. Пятеро его товарищей погибли, еще четверых ищут до сих пор. Госпиталь его доставили в критическом состоянии, однако все надеются, что он все-таки пойдет на поправку.